Привет, с вами Ярославна Громакина, и сегодня я научу вас собирать кубик Рубика. Итак, для начала что нужно знать? Тот квадрат, который находится у вас в середине, такого цвета будет вся сторона. Если здесь желтый, значит вся сторона после того, как мы соберем кубик Рубика, будет желтая. Если синий, синий, если белый, то белый. Начинаем собирать мы по белой стороне. Обратите внимание на ваш кубик Рубика, если белая сторона сверху, то снизу должна быть желтая. Именно так. Угу. Хорошо. Так, вот вы нашли белую серединку. Теперь мы собираем вот такой белый крест. Для того, чтобы собрать белый крест, ищите белые квадратики, чтобы они стояли посерединке. Вот, например, как этот, или вот этот, или вот этот. Да, вот, например, стоит у нас посерединке, мы его берем, поднимаем. Здесь тоже посерединке поднимаем. Вот посерединке поднимаем. Так, и вот еще у нас один есть. Мы его повернем и поднимаем. У нас собрался крест. Теперь вы должны проверить, чтобы его вторая грань совпадала с серединкой другой плоскости. Да? Вот, например, у нас белый и синий. Вот здесь белый он совпадает, вот здесь синий он совпадает. Он стоит на своем месте. Вот это, например, белое и оранжевое. Тоже, видите, белое, вот оранжевое. Он совпадает. Вот этот уже не совпадает. У него белое, красное, тут зеленое. И вот этот, соответственно, тоже не совпадает. У него белое, зеленое, хотя здесь красное и белое. Мы должны их поменять местами. Вот этот с этим. Мы опускаем одну грань, опускаем вторую грань, поворачиваем вот так средний слой. Эту сюда подняли. Смотрим, куда у нас ушла серединка. Вот она, да. Это, например, опускаем, поворачиваем, опять поднимаем. Так. Проверяем. Проверьте, чтобы у вас крест стоял правильно. Теперь смотрите, видите, все совпадает по цветам. После того, смотрите, если вы собрали крест, и у вас, значит, одна сторона совпадает, и еще одна совпадает, а две другие по цветам не совпадают, что я делаю в таком случае? Я беру те грани, где у нас не совпали, опускаю обе вниз. Вот. Потом верхушку вы переворачиваете и еще раз. И потом эти грани поднимаете назад. Так, давайте поставим, покрутим наш верх. Вот смотрите, теперь у вас крест совпал со всех сторон. Если вы собрали крест, и у вас совпадает по цветам одна грань и прилежащая к ней вторая грань, а две других не совпадают, как я их ставлю на место? Я беру те грани, которые не совпадают, и опускаю вниз. Вначале одну, потом вторую. Затем нижнюю вместе с серединкой поворачиваю, получается направо, да, и поднимаю. Это у нас встало куда нужно. Вторую серединку я опускаю, опять поворачиваю и ставлю на место. Вот. Теперь у вас будут совпадать все по своим цветам, и крест будет собран. После того, как вы собрали правильно крест, начинаем собирать уголки. Легче всего вам будет собирать уголки каким образом? Вы находите, вот белый у вас сверху, а снизу вы находите, чтобы у вас по нижнему краю были белые уголки. Сейчас здесь вообще ни одного нету. Мы их будем поднимать. Зато вот в самом низу есть два. Мы их сейчас будем поднимать. Для этого вы поворачиваете. Ну вот ставите, да, так, чтобы уголок был в том месте, куда вы хотите его поднять. Опускаете грань. Поворачиваете, вот, чтобы он на вас посмотрел. И обратно поднимаете. Вот смотрите, у нас появился один уголок на самой нижней плоскости.
Смотрите, какие у него цвета. У него есть цвета синий и оранжевый, ну и белый, соответственно, с которым мы работаем. Давайте посмотрим, где он будет стоять. Вот у нас белый, вот у нас оранжевый и вот синий. Соответственно, этот уголок встанет вот сюда. Белый, синий, оранжевый. Вот. Вот сюда, вот на этот, да, угол. Мы его должны поставить вот, вот на этот угол. Ставим. Вот, теперь он стоит где нужно. Берем белым квадратиком к себе, вот, чтобы он на вас смотрел, на ваше лицо. Если у вас квадрат слева, когда вы держите кубик Рубика, вы будете нижнюю плоскость поворачивать в противоположную сторону. То есть неважно, где бы он ни был, вы поворачиваете в противоположную сторону. Если он у вас слева, поворачивайте направо. Затем верхнюю, где белая у вас вся плоскость, вы опускаете вниз и возвращаете. Возвращаете и поднимаете. Все, видите, он у вас стал на место. Белый, синий, оранжевый. Давайте смотреть еще. Опять у нас нету ни одного, значит, квадратика, какой нам нужен. Вот снизу есть один. Мы его опять давайте вытащим наверх. Опускаем. Поворачиваем. Поднимаем обратно. Вот он у нас стал внизу. Смотрим, какие у него цвета. Зеленый, красный. Вот белый. Красный, зеленый. Он должен встать у нас вот сюда. Он у нас как раз стоит вот где нужно. Вот если бы он вот так стоял, вот не нужно, вот он, где не нужно стоит. Мы бы его повернули, где у нас белый, зеленый и красный. Вот белый, зеленый, красный, вот на этот уголок. Мы его поставили. Опять он у нас получился слева. Берем, поворачиваем противоположную, значит, направо. Нужную грань, куда нужно поставить, опускаем вниз и возвращаем обратно и поднимаем. Так, вот смотрите, например, опять снизу у нас белый уголок. Давайте мы его поднимем. Вот сюда. Опускаем, проворачиваем, поднимаем. Опять у нас левый угол оказался. Оранжевый-зеленый. Вот оранжевый-зеленый. Ставим сюда. Берем к себе лицом. Опять противоположную сторону крутим нижнюю грань, туда, куда нужно поставить, опускаем и возвращаем. И отлично, смотрите, у нас один уголок оказался справа. Ну вот он стоит уже где нужно, да, синий, красный, белый, вот так бы вот он стоял, например, нигде нужно, да. Ставим его именно на тот угол, куда нужно нам поставить его. Вот, вот так взяли кубик, теперь он у нас справа. Да? То есть все у нас те остальные были слева. Вот сейчас покажу вам, очень удачно так пример стал. Поворачиваем в противоположную сторону. То есть раз он у нас справа, мы его поворачиваем налево. Ту грань, куда необходимо поставить, вниз. И возвращаем направо и вверх. Смотрите, у нас собрался один верхний, верхняя грань полностью собралась белая. И она у нас совпадает по цветам. Видите, оранжевая, такая буковка Т, зеленая, красная, синяя. Теперь, что делать, если вы собираете уголок, уголки белые, и у вас, например, вот такая комбинация. Этот уголок как бы нужно просто повернуть назад. Нам нужно его сверху убрать. Для этого вы грань роняете и уголочек убираете сверху, обратно грань ставите. Вот у вас уголок ушел куда нужно. Вы ставите его на место, вот сюда. Поворачиваете вначале вот на тот угол, куда нужно поставить. Смотрите его расположение. Если он слева, поворачиваете нижнюю направо, опускаете грань вниз, возвращаете нижнюю направо и всю грань поднимаете наверх. Теперь мы будем собирать средний слой. Что мы для этого делаем? Для этого мы кубик, наоборот, поворачиваем белой плоскостью вниз. И теперь мы будем работать только с желтой. Желтая у вас сверху. Вы находите те в серединке, чтобы стояли у вас кубики, чтобы на них не было желтой. Ну, например, вот красно-синий я вижу, да?
красное с синим. Ищем здесь красную и синюю грань. Ну, давайте вот так его поставим. Вот красное с синим. Ищем, где красный синий. Вот синее, вот красное. Соответственно, красно-синий у нас должен встать вот сюда. Теперь мы его поворачиваем так, чтобы он у нас совпал по цветам. Вот так он не совпадает. Синее здесь красное у нас не совпадает. Вот так он у нас совпадает. Красное с красным. И вот синий. Вот сюда, вот видите, этот кубик мы поставим вот сюда. Он у нас перейдет вот сюда. Сопоставили по цветам. И смотрим. Вот у нас синяя сверху. Синяя здесь оказалась сбоку, справа. Мы поворачиваем верхнюю грань голову в противоположную сторону. Раз у нас синяя грань справа, мы поворачиваем, наоборот, ее налево. Вот эту грань, куда нужно поставить кубик, поднимаем наверх. И обратно возвращаем. Получается, налево и опускаем вниз. Смотрим, у нас белый квадратик один ушел. И как вот я вам показывала первый шаг, как его ставить, вот он у нас снизу оказался, справа. Мы поворачиваем в противоположную сторону. Необходимую грань, куда нужно поставить, опускаем и возвращаем. Белый у нас собралась, и красно-синий встал на свое место. То же самое мы проделаем со всеми остальными кубиками. Вот, смотрите, нашли опять в серединке оранжевый с синим. Он должен стать вот оранжевое, вот синее по центру. Смотрим цвета. Он встанет у нас вот сюда. Поворачиваем его вот так. Оранжевый совпадает с оранжевым. Синий сверху. Вот, смотрите, теперь другая ситуация. У нас, наоборот, нужная грань, да, оказалась слева. Что мы делаем? Мы поворачиваем в противоположную сторону. Туда, куда нужно поставить, поднимаем наверх и возвращаем свои места. Смотрим. Белое у нас квадратик ушел вниз. Мы его возвращаем опять. Он стоит слева, мы поворачиваем в противоположную сторону. Опускаем его вниз, налево и вверх. Вот оранжево-синий стал на место. Красный с зеленым. Ставим зеленую с зеленым. Красная у нас справа. Что мы делаем? Верхушку налево. Красную вверх. Верхушку возвращаем направо. Красную опускаем вниз. Смотрим, ищем, куда ушел белый. Белый справа, значит, вниз поворачиваем налево. Нужную грань опускаем вниз, возвращаем направо и поднимаем наверх. Так, вот у нас остался еще один. Он нам нужен оранжево-зеленый, и он у нас как раз перевернут неправильно. Нам его просто нужно теперь вытащить наверх. Вот этот кубик вытащить наверх. Для этого поворачиваем верхушку в противоположную, например, да, это поднимаем наверх. Возвращаем назад и опускаем вниз. Белый квадрат ставим на место. Он у нас справа, значит, нижнюю налево. Куда нужно поставить? Вниз. Возвращаем нижнюю направо и поднимаем наверх. Смотрим, оранжево-зеленый у нас оказался сверху, как нам и нужно. Мы его сопоставляем оранжевую с оранжевым. Зеленая у нас оказалась справа, поэтому мы крутим в противоположную налево, нужную грань опускаем. Нужную грань мы поднимаем наверх, возвращаем налево и опускаем вниз. Ищем убежавший белый квадрат. Он у нас справа, значит, крутим налево, нужную грань вниз, возвращаем направо и наверх. Смотрим, все, средний слой у нас тоже весь собрался. Вот. Белое в порядке у нас, нетронутое, и собрался
Это нижний и средний слой. Это вот... Что делать, если у вас... Вам нужно собрать середину, и очень неудачно расположились у вас все, значит, нужные квадратики. Вот этот нужно перевернуть. Значит, вот эти поменять местами, да. А которые вы смотрите посерединке, они все с желтыми гранями. То есть они должны быть не в середине, а наверху. Для этого вам нужно просто их перетасовать. Ну вот, например, какой возьмем? Ну, любой берем, который стоит не на своем месте, нам просто его нужно вывести наверх. Для этого нужно убрать. Ну, представим, что нам нужно поменять, да, вот этот кубик убрать. Мы поворачиваем его, допустим, ну, вот оранжевый здесь. Мы поворачиваем в противоположную сторону, нужную грань поднимаем наверх, возвращаем, опускаем. И белый квадрат ставим на свое место. Он у нас сейчас справа снизу, поэтому мы нижнюю поворачиваем на левую. Нужную грань опускаем вниз, возвращаем нижнюю направо и грань поднимаем наверх. Так, все, у вас тот квадрат, который нужно будет поставить на место, ушел наверх. Ставим его как положено. Сопоставляем серединкой. Находим, вот, например, оранжевый, да, справа, поэтому поворачиваем налево, наверх, право, ну, вверх и направо, право опускаем вниз. Возвращаем белый квадрат на место, он сказался справа снизу, поэтому левую крутим, нижнюю крутим налево, правую вниз, нижнюю направо, правую наверх, оп, оранжевый синий встал. Вот эти два нужно будет поменять местами. Мы их опять просто должны вывести наверх. Верхнюю, например, налево, правую наверх, верхнюю направо, правую вниз. И возвращаем на место белый квадрат. Вот у вас он вышел наверх. Синий с красным. Красная слева, поэтому верхушку направо, необходимую грань наверх, возвращаем верхушку налево, нужную грань вниз, белый квадрат у нас снизу, поэтому нижнюю направо, необходимую грань опускаем, возвращаем все на место. Вот остался у вас еще один, желтый с красным. Должен быть здесь красно-зеленый, вот он, ставим красный, совпадал, чтобы с красным, зеленую, вот сказала, слева, поэтому верхушку в противоположную направо, нужно грань наверх, и возвращаем верхнюю налево, левую вниз. Белый оказался слева внизу, поэтому вниз направо, на низ, налево вверх. Сейчас очень важный шаг, когда вы собрали нижний и средний слой, нужно собрать галочку. Галочка вот будет вот такая. Одна будет смотреть у вас налево, одна вверх. Именно в таком расположении. Что для этого делаем? Переднюю грань роняем направо. Правую поднимаем наверх. Верхнюю налево. И возвращаем правую вниз. Верхнюю направо. И переднюю грань налево. Вот у вас получилась галочка. Вы ее ставите именно вот в такое положение. Вот в такое. Одна смотрит налево, одна вверх. Из этой галочки у нас получится вот такая полоска. Для этого повторяем всю комбинацию. Переднюю направо. Правую наверх. Верхнюю налево. Правую вниз. Верхнюю направо. Переднюю налево. Смотрите, у нас получилась такая полоска. Чтобы собрать крест, мы держим ее именно вот так, как минус. Да? То есть не вот так мы ее держим, а именно вот так. Повторяем всю комбинацию. Переднюю направо, правую наверх, верхнюю налево, правую вниз, верхнюю направо,
переднюю налево. У нас получился крест. Если у вас собрался крест, нужно посмотреть, чтобы он совпадал теперь по цветам с серединками. Ну, вот так поставим, например, красное у нас совпало, остальные не совпали. Можно покрутить по-другому. Вот, например, оранжевое и зеленое совпали две. Если у вас совпали две стороны, вы их размещаете одну справа, одну сзади. Если у вас совпала только одна сторона, вы размещаете ее справа. Ну, давайте разместим справа, как будто у нас совпала только одна сторона, да? И дальше делаете такую комбинацию. Правую грань наверх, верхнюю налево. Правую грань вниз, верхнюю налево. Правую грань наверх, верхнюю налево и налево. Правую вниз и верхнюю налево. После того, как вы это сделали, у вас на место станут два цвета. Вот видите, зеленый на своем месте, красный, и крест остался. Когда у вас стали две стороны на свои места, вы размещаете их одну справа, одну сзади и повторяете ту же самую комбинацию. Правую наверх, верхнюю налево, правую вниз, верхнюю налево. Правую вверх, верхнюю налево, налево, правую вниз и верхнюю налево. Вот, у вас совпали все цвета, по всем цветам. То есть у вас остался крест, и серединки совпали по центру со своими цветами. Теперь последний финальный шаг, самый такой сложный, наверное. Вы ищете уголки, в котором три цвета совпадают с центрами, но они стоят не на своем месте. Например, вот этот уголок. Видите, здесь есть желтый, зеленый, оранжевый. Вот желтый, зеленый, оранжевый. Просто его нужно так как бы перевернуть. Но на самом деле мы будем крутить все остальные углы, кроме этого. Для этого вы берете кубик так, чтобы уголок стоял перед вами слева, верхний левый угол. И следующую комбинацию запоминайте. Правую наверх, верхнюю направо, левую наверх, верхнюю налево, правую вниз, верхнюю направо, левую вниз, верхнюю налево. Этот уголок у нас остался, какой был. Эти поменялись цветами. Видите, один даже полностью совпал. Один совпал, остальные у нас остались, стоят, ну, как бы на своих местах, совпадают по цветам, только цвета нужно как бы перевернуть. Если у вас один уголок совпал, это вообще здорово, вы можете его сразу, ну, взять вот, вот так. Это не важно, даже если у вас не совпал бы он по цветам, но все стоят на своих местах, только их нужно как бы перевернуть, уголки, но по цветам они все совпадают. Что мы делаем дальше? Мы берем желтую сторону, она должна у вас оказаться слева. Тот уголок, у нас будет теперь крутиться только один единственный уголок, это верхний, левый. И будем выполнять все время одну и ту же комбинацию, пока все углы не встанут на свои места. Кубик, как вы зажали, так вы его держите, не крутите. Желтый слева, вот мы взяли у нас, например, оранжевое спереди. Все. Теперь держим его только так. И поехали. Финальный шаг у нас комбинация всего лишь из четырех движений. Итак, правая вниз, верхняя направо, правая вверх, верхняя налево. Повторяем до тех пор, пока у вас вот в этот верхний левый угол не станет нужным по цветам. Например, оранжевый, желтый, зеленый. Еще раз. Правая вниз, верхняя направо.
правое, вверх, верхнее, налево. Вот видите, угол встал. Оранжевый, желтый, зеленый. Теперь, не поворачивая сам кубик, вы его как держали, так держите, вот эту желтую грань опускаете вниз. Или до тех пор, пока у вас здесь не станет угол, не совпадающий по цвета. Сейчас нам нужно будет тогда, чтобы здесь было зеленое, желтое и красное. Вот она же и есть, только ее нужно будет перевернуть нам. Повторяем то же самое движение. Правое вниз, верхнее направо. Правое вверх, верхнее налево. До тех пор, пока у вас не станет здесь кубик. Тот, который вам нужен. Вот. Встал. Нужный кубик опять крутим. Здесь стоит правильно все на месте. Еще раз крутим. И последний остался кубик, который нужно поставить на место. Вот на весь этот беспредел, который у вас оказался, не обращайте внимания, он все соберется на финальном шаге. У нас сейчас идет как раз финальный шаг. Еще раз. Правое вниз, верхнее направо. Правое вверх, верхнее налево. Повторяйте эту комбинацию всю от начала до конца, до тех пор, пока не встанет у вас кубик на место. Вот. Все, он у вас встал. Осталось только повернуть, и кубик Рубика у вас собран. С вами была Ярослава Громакина. Если вам помог мой способ сборки кубика, у вас все получилось, ставьте лайк, напишите свой комментарий, мне будет очень приятно. Всем пока! По скрипту. Еще хотелось поделиться с вами некоторыми такими своими советами, секретами, рекомендациями. Сейчас кубик Рубик очень, в принципе, легко разобрать. Для этого достаточно так вот раз и вытащить можно любую грань. Поэтому бывали такие у меня ситуации, когда я давала своему ребенку кубик, он носил его на улицу или в школу, и потом ронял, и все это разлеталось, и он их собирал как попало, ну, лишь бы вставить. Я потом кручу-верчу, и ничего понять не могу, почему не собирается. Если вы вдруг все сделали правильно по инструкции, у вас кубик Рубика не собрался, мой вам такой совет. Просто его реально разберите и соберите. Если он у вас вот так легко не разбирается, как я показала, то обычно можно вытащить серединки. Там у вас будут такие, как называется, винтики. Раскрутить их, разобрать полностью кубик и собрать. Как вы еще можете проверить? У меня еще было такое, что вылетели, видимо, центра, ребенок их натыкал, вроде бы. Я собираю, не собирается. Потом смотрю, проверила просто. Белая была с одной стороны, а желтая вообще где-то сбоку. Если с кубиком все в порядке, если белая сверху, то желтая всегда снизу. Ну, остальные могут быть там по-разному, в принципе. Вот это основные советы. Если вы хотите научиться собирать кубик Рубика, ну возьмите такой помягче, чтобы он легко крутился. Хотя, пока вы работаете медленно, можно взять и достаточно тугой, за что не ошибетесь. Но самое главное, если вы начинаете в первый раз взяли кубик, все-таки возьмите его у продавца собранным. Тогда вы будете точно уверены, что у вас все стоит на своих местах. В принципе, все.